Привет, друзья! Выехал я сегодня в город. Водоем Горячка. Нашел такое вот уютное местечко. Два кресла. Одно пустое, на втором сижу я. Медитирую, так сказать. Вокруг птицы поют. Чайки летают. Красота! Скорее всего, когда вы будете это видео смотреть, я уже буду в Крыму. У меня отпуск с сегодняшнего дня начался. Завтра выезжаем в Крым. Наконец-то отдых, потому что, если честно, уже я подустал. Кто давно на моем канале, знает, что я сам крымчанин, родом я с Крыма. Поэтому еду к своим родным и близким, с женой. Ну и немножко отдохнем, конечно. Скорее всего, поедем в Судак, как и в том году. Буду ли я снимать видео? Под вопросом. Может быть, немножко поснимаю. Так хочется отдохнуть. Без всяких этих съемок. Но небольшие отчеты, конечно же, буду делать. Прямо по курсу у нас Шлаковая гора. Берем чуть влево разбитые очистные сооружения. Ну а если мы направим камеру вот туда, где-то в тех районах, у нас будет парк Кирова, который заброшен. Во всех этих местах я был, снимал. Видео есть на моем канале. Заходите, смотрите. Я в Матвеевке практически один остался, который делает большие, полноценные обзоры поселка города Матвеевка. От этого немножко печально, конечно, ну и по сути радостно. Быть первым всегда приятно. Так что поддержите меня и мой канал большим пальцем вверх. И обязательно подписывайтесь. У нас уже больше 1000, уже подбираемся к цифре 1100, и наша армия увеличивается. Так что, ребята, настало время отдыха. Ну а как вернусь, конечно же, я продолжу обзоры по нашему родному городу. Обязательно съезжу в Ханжунково. Давно просят. Да и сам хочу поехать. Думал, до отпуска успею, но нет. Не успел. Даже думал сегодня поехать. Но на работе сильно устал. Поэтому не поехал. А ехать далеко, но я обязательно поеду в Ханжунково, сделаю большой обзор этого поселка и ближайших поселков тоже. Много мест, куда еще можно поехать, поснимать, показать вам город во всей его красе и не только. В общем, кто следит за моим творчеством, за моим каналом, понимают, о чем я говорю и как это все происходит. Так что, ребята, Не скупитесь на лайки, на комментарии. Каждый комментарий я читаю, на каждый комментарий отвечаю. Никого не оставлю без внимания. Пишите о своих просьбах, заказывайте для себя видео, по каким местам мне проехаться, что для вас снять. Повторюсь, вы мне поможете донатом, я сниму для вас видео в самых лучших ракурсах. На этом пока. Ждите видео с Крыма. Оно скоро будет.